Привет! Добро пожаловать на канал RootCenter. В этом видео мы рассмотрим, что такое протокол DHCP и зачем он нужен. Начнем с того, что такое протокол подключения DHCP. Название расшифровывается и дословно переводится как «протокол динамической настройки узла». Любой интернет-протокол представляет собой набор правил, определяющий порядок и особенности передачи информации в конкретной ситуации. Сам протокол DHCP считается одним из самых важных из них, поскольку формирует инфраструктуру сетей. Благодаря ему клиенты в автоматическом режиме получают IP-адреса и другие настройки для подключения и обмена информацией в сети. На сегодняшний день протокол DHCP – это уникальное решение для выдачи динамических IP-адресов, и аналогов у него нет. Также, после полного отключения или перехода в другую подсеть, он обеспечивает их передачу другим устройствам. Таким образом, пользователю не приходится вручную распределять IP. Это позволяет предотвратить множество ошибок в процессе настройки. Разберем, кому нужен DHCP и какие задачи он решает. Этот протокол применяется абсолютно на всех устройствах с выходом в интернет. Поэтому каждый системный администратор должен иметь представление о его функциях и особенностях настройки. Как мы разбирали в предыдущих видео, компьютер, мобильный телефон или любой другой гаджет, который можно подключить к сети, имеет два вида IP-адресов. Внутренний видит исключительно устройство в локальной сети, то есть ограниченная группа аппаратуры или гаджетов. Внешний же открывает доступ к глобальной сети. Кроме того, IP-адреса делятся еще на два типа. Статически является фиксированным и привязывается к одному компьютеру на большой промежуток времени. И динамические адреса. Они меняются каждый раз, когда устройство подключается к сети. Как только это устройство отключается, IP-адрес освобождается и переходит другому, которое только подключается к интернету. Статический адрес можно задать вручную, если есть права администратора. Динамический же присваивается автоматически через протокол DHCP. В участии человека здесь нет необходимости. Как работает протокол DHCP? DHCP работает по модели клиент-сервер, опираясь на принцип DORA. Аббревиатура отражает последовательность взаимодействия сервера и устройства. Discovery, Offer, Request, Acknowledge. Разберем каждый из этих этапов. Discovery – это обнаружение. Когда компьютер подключается к сети, у него еще не настроен IP-адрес. Соответственно, начинается его инициализация. Для этого отправляется сообщение как на экране, на каждое устройство в локальной сети через порт 67. К этой сети должен быть подключен DHCP-сервер. Его функции выполняет обычно коммутатор, выделенный сервер или маршрутизатор. Если локальная сеть большая, к ней подключают не один, а несколько DHCP-серверов. Иногда активен статический IP-адрес. Современные устройства получают его платно на согласованный отрезок времени. В этом случае отправляется другое сообщение – DHCP-request. И только если сервер не ответит, направляется стандартная DHCP-discover, чтобы присвоить устройству динамический IP-адрес. Следующий этап – offer – это предложение. Когда сервер получает сообщение, он предлагает устройству свободный IP-адрес. Обычно он выбирается из диапазона адресов, которые доступны в соответствии с теми настройками, которые задал администратор. Также допустима другая схема, когда определяется диапазон IP-адресов, которые использовать не разрешено. Выбрать можно любой из оставшихся свободных. Как правило, все предложенные адреса динамические и меняются каждый раз при новом подключении. Однако в некоторых случаях за устройством закрепляют один адрес. Это называется резервацией и нужно для представления доступа к защищенным сервисам или упрощенной идентификации клиента в локальной вычислительной сети. То есть после обнаружения сервер отправляет ответ с указанием IP-адреса из доступной области. Перейдем к этапу request. Это запрос. Когда клиент получает ответ от сервера, он отправляет сообщение DHCP request, которое выражает согласие на предложенный адрес. Когда оно достигает цели, каждый сервер в сети отмечает, что этот адрес занят. И последний этап – это acknowledge, то есть подтверждение. Последнее сообщение DHCP ACK в рамках подключения к сети приходит клиенту от сервера. В нем дополнительно указан срок, в течение которого устройство может использовать присвоенный ему адрес.
Как мы видим, у протокола DHCP принцип работы довольно простой. Но все же нужно учитывать некоторые особенности процесса. Например, если в сети несколько серверов, изначально клиент соглашается на то предложение, которое поступит первое. Но при следующем подключении в приоритете будет предложение того сервера, с которым удалось связаться в прошлый раз. Когда клиент переходит в другую подсеть, приходится менять IP. Для этого серверу, с которым налажена связь в данный момент, направляется сообщение DHCP Release. IP-адрес отмечается как свободный, и при этом остается возможность снова забронировать и использовать его с того же устройства. Разберем, как подключить протокол DHCP на Windows. На этой операционной системе протокол DHCP настроен по умолчанию. Проверить и изменить настройки можно через поисковую строку, это значок лупы. Пропишите в поисковой строке слово «службы» и кликните на предложенное приложение. В разделе «Состояние» находится кнопка «Запустить». Скорее всего, она неактивна, то есть нажать на нее невозможно. Это значит, что протокол DHCP настроен. В других случаях снова нужно обратиться к поисковой строке, прописать в ней состояние сети и кликнуть на предложенное приложение. В этом подразделе есть пункт «Настройка параметров адаптера». Откройте его и найдите сеть, которую хотите настроить. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и выберите вкладку «Свойства». Дальше нужно поставить галочку в пункте IPv4 или IPv6. Под списком будет активная кнопка «Свойства». Нажмите ее, чтобы открыть следующее окно. Здесь можно вбить подходящие адреса или задать автоматическое получение. В нашем случае нужно выбрать «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». Затем нажмите кнопку «Ок». И настройка завершена. На этом все. Протокол DHCP активно используется в современных сетях, поскольку необходим для получения устройством IP-адреса с целью подключения к сети. Обычно он настроен по умолчанию, но благодаря удобному интерфейсу настройка вручную занимает всего пару минут. Ну а если у вас что-то не получилось или появились какие-то вопросы, как всегда, пишите нам. Удачи!